Vex Mythocast. Мифоборец Вексов. Новый экзот, который может упасть тебе за прохождение рейда Хрустальный Чертог. А может и не упасть. Я вот все еще не получил, так что спасибо сокланам за щедрость. Подержал в руках, пострелял даже, и есть вроде что сказать. Но сначала сообщение от спонсора видео. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились новые услуги по сезону Сплайсер, испытания Сириса, рейд Хрустальный Чертог, новые экзоты и легендарки. Новинок много, цены стали ниже и доступнее, и теперь есть все, чтобы облегчить тебе игру. Это хороший способ сэкономить время и нервы, сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Все можешь проверить сам, а по коду Triple Wipe действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Должен признаться, я в растерянности. Думаю, многие ждали этот экзот с момента появления первых слухов о возвращении Хранилища Стекла, как и я сам. Вы знаете, я всегда стараюсь занижать ожидания касаемо экзотов, переезжающих из первой части во вторую, потому что уже года два назад стал научен, что редко получается из этого что-то хорошее. Чаще всего меня эта философия не подводила, особенно учитывая, что все удачные за последнее время экзоты были созданы именно для Destiny 2. Ну так вот, с Вексом та же тема. Я ждал, но не рассчитывал, что он будет столь же ужасной пушкой, как и в первой части. Аннигиляторная пушка! Получилось ли? Спойлер, нет. Но давайте все же подробнее разберемся, что тут к чему. В оригинальном Вексе не было перков, которые наделяли бы его какими-то особыми механиками. Так что во второй части их все же добавили. Теперь вы можете набирать стаки за убийство противников до 6 штук, а потом переключать режим стрельбы, зажав кнопку перезарядки и стрелять из Векса как из линейно-плазменной винтовки. Идея прикольная, вы как бы стреляете как хоб-гоблин. Кстати да, Векс это не автомат, это плазменка, просто без фактического времени заряда в обычном режиме стрельбы. Это, на мой взгляд, круто, я про новый перк переключения режима огня, ведь в противном случае Векс воспринимался бы как не очень дальнобойный автомат с весьма средним уроном, а благодаря перку «Темпоральное освобождение» он приобрел новую роль. Теперь вы можете и мелких мобцов почистить в обычном режиме, а потом по мини-боссам или по чемпионам дать 3 заряженных выстрела, которые по урону сравнимы даже с тем же арбалетом, например. И все это на белых патронах. И да, раз уж мы заговорили про ПВЕ, тут Векс может найти хоть какое-то применение для ежедневного использования в сезонных активностях и простом фарме чего бы то ни было. За каждого убитого обычного моба вам дают 1 заряд, за желтого 2, а за гардиана в ПВП дадут 3. Удобно, кстати, отрисовали систему отображения стаков. Визуально это понятнее считывается, чем X2, X3 и так далее. Минус этой системы стаков в том, что вы не можете зарядить линейные патроны, не достигнув предварительно 6 стаков. То есть обязательно убить либо 2 стражей, либо настрелять целый отряд мобов, чтобы потом дамажить. Да еще и при смене оружия стаки сбрасываются. Зачем это надо? Я не очень понимаю, особенно в ПВЕ. Вот я настакал бонусы на Вексе, тут вышел чемпион, я думаю, вот сейчас я его оглушу из пепеги, а потом испепелю 3 меткими выстрелами. А нет, после того, как я его останавливаю и возвращаюсь на Векс, стаки пропали. И я что, ковыряю его как из автомата? Очень ценной боевой единицей на поле сражения себя я чувствую в такой ситуации, да. ПВП примерно та же история. Бегай с Вексом, убивай, но если достанешь шотик или снайпу, то перк сбрасывается. Да, вообще, насчет ПВП печально все. Дальность у Векса в обычном режиме огня смехотворная, 23 метра. Это во время меты револьверов. Урон
тоже оставляет желать. Нет, конечно, в режиме линейной винтовки он очень меткий, липкий, я бы сказал, и ваншотает в голову. Но помни, тебе сначала-то нужно перестрелять двоих игроков в обычном режиме, чтобы активировать этот новый режим. В общем, такая это себе все и затея. Гликвиков, окей, но не больше. У Векса есть и катализатор. Я, к сожалению, не могу вам показать способ его выполнения, он делается также в рейде, там нужно пройти небольшой пазл, но не могу, потому что сам не получил пушку, а брать у кого-то аккаунт и делать его там, ну, в общем, это сложно, сами понимаете. А к тому времени, когда мне этот Векс выпадет, наверное, уж будет поздновато выпускать. Ну вот о свойствах этого каталика скажу. Чем больше стаков вы набьете, тем меньше будет отдача. Ощущается ли это? Да, безусловно, на 6 стаках он лупит в точку. Но только вот зачем вам играть с ним без активации этих стаков для прямого назначения? В общем, непонятно. Да, расстроил меня Векс Мифоборец, расстроил тем, что не падает, расстроил тем, что не дамажит, и тем, что вернулся таким, получается, макетом для ностальгирующих игроков. Стоит ли его хотеть и мечтать? Наверное, стоит, если вы играли в первую часть, и для вас значимость этого артефакта в коллекции объяснять не нужно. А так? Да нет, наверное. К сожалению, единственный экзот из рейдов, который стоит вашего внимания сейчас — анархия. А вот остальным как-то не повезло. Ждем, когда эта порочная закономерность уже разрушится, а у меня на этом пока все. Спасибо за просмотр, за подписку. Пишите, кто получил Векс в комментариях, чтобы я поворчал. До связи!